Всем привет, друзья! Доброе утро! С вами, как всегда, Александр Гуртовой и Руслана. Привет! И, друзья, мы находимся в Турции, а конкретнее в Стамбуле. Сегодня будем снимать очередной насыщенный, полноценный выпуск про этот город. Покажем популярные, также непопулярные места, цены на базаре, попробуем местную кухню, уличную еду. И все это, ребят, будет в данном видео. Так что усаживайтесь поудобнее, заваривайте чаек, заранее нас поддерживайте лайком. И всем, ребят, приятного просмотра. Начинаем мы свои приключения с Галатского моста и замечательной панорамы. Смотрите, прямо у нас находится рыбный рынок, где можно купить у рыбаков, которые здесь ловят, да и вообще приготовить рыбу и морепродукты по очень выгодным ценам. Перед вами залив Золотой Рог. Смотрите, какая красота, виды на Стамбул. С другой стороны моста у нас Босфор. И прямо можете наблюдать мечеть и район Фатих, где находится Гранд Базар и много других интересных достопримечательностей. Мы решили перейти этот мост пешком. Можно было, конечно, на такси, на автобусе, но, друзья, тут настолько замечательные виды, что лучше, конечно, это сделать пешком. Также можно взять прогулку на теплоходе, либо на катере и переплыть вот эту всю красоту, посмотреть панорамы. Смотрите, как много рыбаков. Мы вчера вечером, когда ехали по этому мосту на автобусе, то тут прямо чуть ли не очередь была за место. Они друг возле дружки стояли и ловили здесь рыбу. Не знаю, настолько красивые панорамные виды, что мне кажется, грех по этому мосту вообще ехать на автобусе, потому что тут, по сути, 5-7 минут его можно обойти, зато насладиться, сделать крутые фотки, тут все фоткаются. И, кстати, в праздничные дни этот мост очень красиво подсвечивается, здесь очень красивая иллюминация, и сюда приезжает очень много туристов именно в какие-то большие праздники. Перешли мы уже на другую сторону, и нас прямо сразу встречает кафешка, где можно отведать скумбрию жареную в хлебе. Сейчас, наверное, зайдем. А, Руслана уже взяла, я говорю, этот возьмем. Сколько стоит? 250 лир за две штуки, одна 125. Она жареная, с луком, да? Да. Ну, слушай, такой багет огромный, как раз на завтрак, мне кажется, наесться хватит с головой. Слушайте, ну, выглядит максимально аппетитно. Мы еще в такси, мы когда гуляли, я видел скумбрию, думаю, обязательно надо взять. Давай попробуем. Давай. Ну, блин, и булка такая большая. Кусать там, где есть рыба, чтобы не одну булку. Ну, да. Это я помню, в Амстердаме мы Матиас ели в таком лаваше, точнее, в багете это правильно назвать. А тут прямо жареная скумбрия. Она же без косточек, я думаю, должна быть идеальной. Скумбрия вкусная. Они ее немножко подсолили, никаких специй не добавили. Чисто на гриле скумбрия, без костей. Много лука, много зелени. Очень вкусная булочка, хрустящая. Я так понял, это место еще и популярное, потому что оно прямо тут на выходе с моста находится, и все сюда заходят, зазывают. Так что, друзья, приятного аппетита. Слушайте, очень вкусно и сытно. Мне кажется, мы сделали ошибку. Надо было брать одну, потому что вы видели, насколько там большой батон? Такое чувство, что прям половину огромного батона сделали, но сама рыба с луком просто топ. Называется балык экмен. Это местное традиционное блюдо. Многим туристам, кто приезжает в Стамбул, рекомендуют его попробовать. Здесь у нас продают турецкие булочки с маком еще. Ну, вот это популярная штука. Она почти на каждом углу, по-моему. Называется она самит. Она очень вкусная. В нем прикольное такое тесто. Еще она обычно посыпана кунжутом. И стоит там 20 лир, вообще копейки. И она очень сытная тоже. Также жарят кукурузу, смотрите, и варят. Сначала варят, а потом жарят. И каштаны. Но тут, кстати, цены намного дешевле. Кукуруза 30 лир стоит, а 100 грамм каштанов 60 лир. Мы тогда переплатили, можно сказать, в два раза, когда на туристической улице ели там возле нас. Я имею в виду именно улицу Истикляль. Если хотите попробовать там кукурузу, каштаны, то там намного дороже. Дешевле всего это покупать возле Гранд Базара, возле Египетского базара, район Фатих, собственно, где мы сейчас и находимся. Здесь нас
встречает огромная красивенная мечеть, но мы мечети еще будем посещать, это тут прямо в самом начале, где начинаются рынки. Вот эта часть уже торговая, тут египетский рынок и Гранд Базар, сейчас будем туда отправляться. Я так понял, нам тут надо будет потратить, ну, минимум часа два. Это только есть вот два основных рынка, египетский и Гранд Базар, но вокруг их еще расположились другие рынки, где говорят, что можно купить намного дешевле, чем в этих крытых павильонах. Ну, как раз мы и проверим, покажем цены, посмотрим, что вообще там продают. И мне, кстати, надо купить какой-то теплый спортивный костюм, потому что у меня вообще нет никакой теплой одежды, поэтому как раз сегодня посмотрим цены, покажем вам сейчас ассортимент, что здесь продается. А египетский базар у нас прямо здесь и начинается, возле данной мечети. Смотрите, как красиво его оформили, прямо такие наверху шары. А египетским он называется из-за того, что именно через Египет и Индию провозили все специи Европы. Именно тут продавались раньше специи, именно с Египта. В этом рынке продаются специи, сухофрукты, разные там сладости, рахат, лукумы. То есть в основном такое все, что для готовки или с еды. Хочу вам еще раз показать мечеть с другого ракурса. Мы как раз поднялись. Смотрите, как шикарно она выглядит. Вроде бы эту мечеть называют новая мечеть, хотя она не такая уже новая. Она 19 века постройки, я не знаю, почему ей дали такое название, когда она старая уже. Заходим в египетский базар и смотрите, какая красота. Тут и золото продают, и специи, и всякие сладости арабские. Смотрите, как много всего. Хотя это чашки турецкие, хотя базар считается египетским. Ну, подобное, что-то мы видели в Дубае, да, когда были на рынке. Вот такой рахат лукум, он самый вкусный, потому что он на развес, а то, что в коробках, там как-то попроще все. Он thank you. Дают попробовать. Ну как? Вкусно с орешками. Угу. Очень сладко. Смотрите, и масла есть 250 лир, есть по 440. Разные цены. Помнишь в Египте, сколько мы... Таких масел видели. Ну, орехи, сухофрукты. Смотри, такие сервизы красивые, прямо под кофе. Слушай, прикольно, да, такой бы чайник поставить себе дома? Очень красиво. Кстати, вот турецкий чай очень вкусный. Его тоже можно купить именно здесь, на базаре. У него огромные виды есть. И очень вкусный еще чай с эвкалиптом. 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 Смотри, и тут что-то в баночках стоит. Это что? Специи, да, сафрон написано. 1 грамм 310 лир. А это вот этот чай, что разводится в воде. Кстати, вкусный, но очень много сахара. Более натуральный лучше вот такой вот брать, да? Смотри, килограмм 3500 лир. Есть по 2200 лир. Ну, короче, цены разные. Хорошо, что они написаны. Но, кстати, насчет рахата, мы брали там на улице Истикляль, то там цена 400 лир за 1 килограмм. Тут 700. То есть практически в два раза дороже, вы представляете? Но вообще внутри очень красиво все оформлено. Я не знаю, почему рынок называют египетский. Очень много турецких всяких продуктов, чай, например. Потом рахат лукум, это же турецкое национальное. Я же говорила, почему он называется египетский. Потому что именно через Египет из Египта привозили сюда специи. А я думал, тут прямо египетские товары в основном будут. Хотя он, можно сказать, турецкий на 100%. Смотрите, как много специй. Вот 58 лир за 100 грамм. Тут и карри, и чаи, и все что угодно. Вот 45 лир за 100 грамм. И чай прямо очень красиво выглядит. Смотрите, лепестки такие красивые, чаи. 850 лир, 1100, ну выбор огромный, и корица, смотри, есть, и мыло, и масла, ну абсолютно все, слушай. Ну, мне кажется, надо торговаться конкретно, да? Получается, этот вот рынок, который находится за этим базаром, там цены в два раза ниже. И турецкие сладости, пахлава, смотрите, очень большой выбор, 80 лир один кусочек и 650 лир, если... брать за килограмм. А это райский уголок для Руслана. Смотрите, сыр, творог. Кстати, смотри, овечий сыр 600 лир за килограмм. И мне кажется, он очень вкусный, потому что я люблю козий, овечий. Тут даже мед, смотри, тоже со сладостями. И большой выбор колбасы, мяса. Смотрите, 1500 лир за килограмм. Хамоны, я так понял, да? Смотри, как много всего. Прямо все аппетитно выглядит. После Индии, там, где мало было колбасы, мы сюда заходим прямо счастливые. А это рай для Саша. Если сыр для меня, то колбаса для Саши. А мед прямо в сотах. 1500 лир за килограмм. Смотри. Вот это, кстати, самый вкусный мед. Можно прямо в подарочной упаковке взять.
либо взять немного, смотрите, такой лоточек за 350 лир. Ну, я вам скажу, красота на каждом углу. Тут такие фонарики красивые, все оформлено так, что хочется это все купить. Я хочу такой фонарик, он такой красивый, я их постоянно видела в Турции, они есть абсолютно везде, они очень красиво светятся, и нам надо будет такой купить. Ну и, конечно же, не обошлось без украшений золота и серебра. Это прямо как золотой рынок в Дубае, Голдсук. Там и серебро, и диаманты есть, но выбор хороший. Очень красивые браслеты. Это прямо как аналог Cartier, да, я так понимаю? Да. Ну, интересный, там прямо змея такая в кольце. И весь этот египетский рынок, он крытый. И смотрите, какой он большой. Мы обошли эту улицу, показывали вам. Если прямо туда пройтись, там тоже большое количество торговых лавок. Ну, по сути, всю продукцию мы показали. Еще одежда там где-то была. Да. Сувениры, плюс-минус, я думаю, вы поняли, что здесь можно приобрести. Смотрите, помимо сладости, можно еще кальяны здесь приобрести, да? Смотри, рахат лукумы и кальяны, все вместе. Кальяны в Турции очень популярны, они есть на каждом углу, наверное, в любой кафешке. И все прямо любят здесь их, насколько я понял. Везде идешь и стоят запахи кальянов. Кстати, я заметил, тут цена на рахат лукум изначально уже стоит 580. Почему такая разница? Вроде недалеко, да? Торговые точки друг от друга находятся. Кто-то по 700 продает, кто-то по 600. А вообще мы по 400 покупали, хотя да? Хотя он везде одинаковый по вкусу, только не покупайте эти вот рахат лукумы, которые идут в коробках. Они обычно как желейки какие-то, и у них обычно вкус розы. И там ни орешков, ничего нету. В основном на сувениры, на подарок его продают. Вам привозят такую коробку, а там ничего вкусного, только красивая коробка. Вышли с египетского крытого рынка, и базар продолжается. Я вам скажу, в этой части, в этом районе сплошной базар. Куда ни зайдете, везде что-то продают. Я заметил большое количество реплик, копий популярных брендов. И, кстати, очень хорошего качества. Турецкое качество всегда считалось отличным. Так что, если хотите немного повыпендриваться, купить Louis Vuitton либо Dior, можете купить это на турецком рынке и выдавать потом, что вы в оригинальной одежде ходите. Мне почему-то кажется, что все, кто приезжает в Стамбул, покупают пустой чемодан и закупают абсолютно все, что здесь есть. Либо просто с собой берут чемодан без вещей внутри, потому что отсюда можно вывезти абсолютно все. Плюс ко всему, сторговаться, купить прикольные вещи. Сувениры, сладости, чаи. Так что, если вы сюда собрались, не вздумайте набивать полностью чемодан, потому что вам придется покупать дополнительный багаж. Из всех этих рынков мы попадаем на территорию Сулеймании. Это самая красивая мечеть в Стамбуле. Сейчас пройдем через ворота и посмотрим на эту красоту. Территория очень ухоженная, красивая. Можете наблюдать, там и пальмы, и кустики аккуратно пострижены, чисто. И вот, собственно, уже открывается вид на саму мечеть. Самый лучший вид на эту мечеть открывается снизу, там, где мы ели рыбу, с Галатского моста, потому что тут, смотрите, вы вплотную к ней подходите, а там прямо видно полностью ее роскошный вид. Мы специально обошли мечеть, чтобы зайти с главного входа. Смотрите, какой красивенный главный вход, прямо такая арка. Очень шикарно выглядит. Насколько мы прочитали, то вход сюда бесплатный. То есть не надо покупать никаких билетов. И через такие ворота мы попадаем на территорию мечети. Это просто красота, смотрите. Почему-то мне сразу вспомнилась мечеть в Абу-Даби, когда мы сюда зашли. Только та была в более белых таких тонах исполнена, да? А тут такой более каменный стиль. Огромный, можно сказать, внутренний двор. И можно зайти прямо в середину. Сейчас попробуем, надеюсь, получится у нас отснять и показать, как эта замечательная мечеть выглядит внутри. На входе выдают платок, вход действительно бесплатный. И, друзья, посмотрите, какая красота внутри. Ковры, люстры, витражи. Мечеть строилась 7 лет, с 1550 по 1557 год, и обошлась казне султана Сулеймана Великого в огромную сумму. Религиозное здание способно вместить до 5000 верующих, и помимо собственной мечети включает целый комплекс из бань, медресе, это исламские учебные заведения, кухонь, библиотеки, обсерватории и, конечно же, 4 минаретов. Во дворе мечети захоронен сам султан, его жена Роксолана, их дочь Мехримах и 2 османских султана, султан Ахмед II и султан Сулейман II. И прямо возле мечети находится мавзолей, где похоронен сам султан Сулейман и его жена Роксолана. Смотрите, тут, я так понял, кладбище, да, небольшое, и сам мавзолей находится по центру. Зашли в мавзолей, и смотрите, тут прямо несколько гробниц. И сам султан Сулейман, и жена, и еще я насчитал, вроде бы 7 штук всего. И тоже везде витражи, потолки,
Смотрите, вот как раз написано «Султан Сулейман II». А вот самая основная гробница Султан Сулейман, она самая большая, находится прямо по центру мавзолея. Мы пытались найти жену султана в том мавзолее, но для нее прямо отдельный, смотрите, мавзолей. Он по соседству находится, и вот, собственно, гробница Хюрем Султан. Это, я так понимаю, Роксолана, да? Да, это его жена, она умерла первая, и как раз Султан Сулейман для нее построил эту мечеть и эту гробницу. А с другой стороны, на территории мечети офигенная панорамная площадка. Я даже не ожидал, что мы так попадем. Сейчас подойдем, просто супер. С этой стороны видно мечеть, открывается более шикарный. Смотрите, ее полностью прямо видно. А с другой стороны открывается шикарнейший вид на Стамбул. Кстати, именно в этой части мы живем. Виднеется мост и, собственно, сам Босфор. Замечательные виды. А теперь, ребяточки, мы попадаем на территорию самого, наверное, популярного места в Стамбуле. Это Гранд Базар. Гранд Базар является одним из самых больших крытых рынков в мире. Мне кажется, здесь мы сможем даже заблудиться, потому что будем ходить лабиринтами, но удобно, что он крытый. Так как в плохую погоду, когда идет дождь, можно без проблем сюда приходить и делать свои покупки. Я смотрю, тут и одежду продают, и сладости, и чаи, и украшения. В основном реплики всяких популярных брендов. Смотрите, например, вот Шанель, прямо целый комплект. Потом Луи Виттон, если вы всегда мечтали брендовую одежду, но купить копию, чтобы не платить большое количество денег. Даже есть копия Ван Клифа. Да, ничего себе. Я даже не знаю, что это, но Руслана меня просветила. Продают и посуду, всякую декорации, шапки. Что-то похожее мы в Индии видели. Такие вот красивые платья. Но, кстати, огромный минус базара, о котором писали в отзывах, что здесь все курят и прямо крытый рынок. Можно сказать, спертый воздух из-за этого. Да, потому что турки прям очень много курят на каждом углу, и везде стоит запах сигарет. Вот смотрите, например, такие сумки из Louis Vuitton, рюкзаки. Я, кстати, для ноутбука что-то похожее хотел купить. Такой вот рюкзак стоит 1000 лир. Есть еще маленькие вот такие вот варианты по 800 лир. Тоже Louis Vuitton, Michael Kors. Очень хорошее качество, говорят. Prada есть, вот Prada тоже. Такие вот сумки. Ну, прямо большой выбор. Кстати, вот подобная сумка у меня. Я бы что-то такое даже и себе взял. Просто у меня сумочка Tommy Hilfiger оригинальная. Мне Руслана ее дарила, покупала в Европе. Да, и как-то покупать паленку, когда у тебя оригинальная, мне кажется, не особо вариант. И здесь за паленку они говорят ту же самую стоимость, что и за оригинал. Ну, это если касаемо Tommy Hilfiger. А Louis Vuitton такие сумки оригинальные, наверное, 1500-2000 долларов стоят. А тут, получается, он за 1000 лир предлагал, это 50 евро где-то, хотя, даже чуть меньше. Хотя изначально сказал 2000 лир, а потом уже прошло на 1000. Да, то есть надо торговаться, они сами видят, если вы задумались, и сразу вам делают дисконт 50%. Пытаемся двигаться дальше, друзья. Тут и платки, и сумки, и полотенца, и шляпы. Мы уже начали заблуждаться, куда нам вообще идти, что тут смотреть. Помещение очень огромное, и оно строилось, по-моему, в течение аж 10 лет. Очень красивое. И платья продают, и фонарики, смотрите. Я помню, в Египте, в старом городе Шарм-эль-Шейха, очень много было таких фонариков, да? Руслана еще говорила, хочу такой себе купить. Да, но они такие красивые, но есть и маленькие, есть и огромные. Если брать огромные, то я не знаю просто, куда потом их паковать. Иду я, в общем, смотрю на эти все копии, у меня зародилась идея. Смотрите, когда вы покупаете оригинальный Louis Vuitton, по-любому будут тыкать пальцами и говорить, вот он, походу, купил на турецком базаре и ходит с паленкой, а вы-то, допустим, знаете, что у вас оригинал. А если вы купите копию, то некоторые люди, наоборот, будут думать, о, прикольно, чувак типа с Louis Vuitton, наверное, оригинал купил. То есть тут никак не угадаешь, никому не угодишь. Никто никогда не распознает, с оригинальными сумками ходите, либо же с копией. Внутри рынка имеется 61 улица, 4400 лавок, 2195 ателье, 18 фонтанов, 12 мечетей, 12 складов, одна школа, одна баня, несколько кафе и пункты обмена валют. В общем, рынок огромный. Будем, наверное, двигаться к выходу. Не знаю, где он находится. Как-то уже заблудились немножко. Находится выход прямо, и на выходе находится еще один базар, который не крытый, там все дешевле. Вот как раз мы это и проверим, потому что это Руслана в отзывах высчитала, что не спешите делать закупки именно в крытом Гранд-базаре. Выйдите немного на улицу и сравните как минимум цены. Мы вышли на какую-то прямо широкую улицу, смотрите, тут в основном украшения. Ну, по сути, если вы ходите по базару, в
Плюс-минус везде будет одно и то же. Похожих точек очень много и везде разные цены. Также я заметил, что здесь продается кожа и меха. Очень большой выбор. Мы как раз вышли на улицу, где большое количество таких изделий. Говорят, из Лисы. Я помню, мы когда-то в Руслане покупали жилетку, да, в Турции. Но это мы в Алании были. И что-то хорошая цена вроде была или не очень? Ну, по-моему, было 600 долларов на то время. Так же самое стоило, как и у нас дома. Но почему-то, мне кажется, мы просто тогда еще не умели торговаться и заплатили по полному прайсу. Сейчас уже двигаемся к выходу. Наконец-то мы его нашли. Очередной вход, я так понял, входов и выходов очень много. Тоже, смотрите, написано Grand Bazaar. И мы хотим сравнить цены все-таки в крытом рынке и вот здесь, который находится возле базара. Почему-то мне кажется, что цены плюс-минус одинаковые, но все зависит от того, как вы сторгуетесь. Потому что смысл им ставить дороже, если это находится, ну, можно сказать, рядом. Короче, ничего подобного. Вышли мы на улицу. Тот рюкзак Louis Vuitton сколько в крытом стоил? Тысячу, да? А тут он говорит 1800. Максимум, что он хотел скинуть, это за 1600. Так что, по сути, тут даже дороже цены получается. Не знаю, честно говоря, кто эти отзывы пишет. Может, какие-то другие места есть. Если вы живете в Стамбуле, либо часто сюда приезжали на шопинг, напишите, где дешевле всего. Нам прямо очень интересно, потому что нам сказали одно, мы сейчас проверили, по ценам все совершенно по-другому. То есть в крытом дешевле всего оказалось. Ё-моё, посмотрите, позади меня это все очередь за шаурмой. Там, где мы живем, там тоже куча шаурмы, но там нету таких очередей. Смотрите, сколько я иду, это все выстроилась очередь, чтобы попробовать местной базарной шаурмы. Плюс ко всему я уточнил, он сказал, есть лучшее качество этого рюкзака Louis Vuitton, но стоимость 14 тысяч лир, это если кожаная. Ну слушай, это ж не оригинал, и 14 тысяч лир, это по-моему, очень дорого, да? Это очень прям дорого, а не просто очень. Ну, конечно, там идут, типа, оригинальные аксессуары, из-за этого такая стоимость. А, то есть это прямо приближенная реплика, можно сказать, почти оригинал? Да. Для сравнения, зашел еще в один магазинчик, большая сумка на ручках Louis Vuitton. Последняя цена была 1000 лир, это уже с дисконтом, и рюкзак тоже 1000 лир. Ну, в принципе, так, как и на Гранд Базаре. Одинаковые цены. Мне кажется, если вы уже реально настроены купить, можно еще там 200 лир попробовать скинуть, но это не факт. Выходим мы уже с базара на площади. Смотрите, очередная мечеть нам встречается. Называется Нур Османия. 1755 года постройки. Тоже можно зайти, посетить, но Руслана меня ведет в другую мечеть. Да, мы сейчас пойдем в голубую мечеть, которая считается одной из главных в Стамбуле. Мне кажется, будет что-то очень шикарное. Также я заметил уже не один обменник, где можно купить либо продать биткоин, USDT, эфир. Смотрите, прямо целый обменник. Очень интересно, нигде подобного мы не видели. Тут продают фрукты, соки, шаурму и тот самый знаменитый мокрый бургер. Мы решили с Русланом взять его попробовать. Почему он мокрый, непонятно, но говорят, что он очень вкусный. И что он прямо мокрый сам по себе. Ну, он влажный идет просто. Wet Burger называется. Это что-то новенькое. И говорят, внутри говядина, котлета. Блин, он такой вкусный. Да? Это вкуснее, чем обычный бургер. Серьезно, я думала, что он будет невкусно. Не хотела даже его пробовать, но это очень вкусно. И стоит он 50 лир за один. Это очень дешево. Ну как, обычная цена хорошая. Плюс мы в туристическом месте находимся. Я считаю, что вполне нормальная цена для такой местной вкусняшки. Блин, слушайте, очень вкусно. Я тоже не ожидал. Прямо, знаете, такая мягкая, свежая булочка. Плюс котлета, видно, что мясная. Как-то в Турции, знаете, и шаурма, и бургеры, и вообще кебабы, все мясные. Нету такого, что, знаете, мясо там чем-то разбавили, намешали. Вся вот эта уличная еда максимально вкусная. Мне кажется, именно в Стамбул стоит приехать, чтобы попробовать все эти вкусняшки на улице. Отходим понемногу от базара, потому что эти рынки, друзья, уже голова болит и квадратная. И тут уже немного спокойнее, смотрите, типичные европейские улочки, я бы сказал, очень напоминают Европу. Как-то я думал, что в Стамбуле будет совсем по-другому. Я вам скажу, я очень рад, что мы именно сюда приехали. Потому что ранее Руслана очень хотела его посетить, а я как-то был нейтрален в этом вопросе. А сейчас я совершенно не жалею, что мы сюда приехали. А еще мне нравится, что здесь много исторических таких локаций. Смотрите, тут у нас брусчатка. Руслана переживает, чтобы меня не сбила машина, ну, да? Потому что ты идешь, и машина сзади тебя, а ты этого не видел. Ну, то я же рассказываю, пытаюсь передать свои эмоции про Стамбул. Вообще, очень интересно, кто и
из вас здесь был, что вы покупали на Гранд-базаре? Какие вещи, по каким ценам? Ну и, конечно же, какого качества? Понравилось оно вам или нет? Потому что нам сказали, что вот эти сумки и рюкзаки Louis Vuitton, они идут из пластика. Пластик, он говорит. Если кожа, то это намного дороже стоит. Но хотя вот последний раз, когда я заходил в магазин, он мне сказал, кожаный рюкзак 3000. А перед этим, когда мы спрашивали, то аж 14. Ну, согласитесь, большая разница. И все цены мы называем в лирах. Не путайте там с долларами, евро, потому что очень сложно переводить. В обменниках сейчас средний курс за 1 доллар это 31-32 лиры. Из всех этих рынков мы попадаем на огромную площадь, которая называется Султан Ахмед. Кстати, все эти места, которые мы вам показываем, они находятся в пешей доступности, то есть можно выделить день и посмотреть ровно то, что вы увидели в этом выпуске. И мы пришли к тому месту, куда Руслана меня привела. Эта голубая мечеть является очень важной для Стамбула, и она эксклюзивная. Эксклюзивная в том плане, что она имеет аж 6 минаретов. Другие все мечети, они построены с 4 минаретами только, и как раз это делает ее особенной. Давайте зайдем на территорию и посмотрим. Я думаю, внутрь можно, да, будет зайти. Говорят, что очень шикарное место. Заходим, друзья, на территорию. Вход, насколько я понял, тоже бесплатный. Очень красиво выглядит. Тут, я так понял, выход надо обойти с другой стороны, чтобы зайти через главный вход. Смотрите, тут прямо огромная очередь на вход, большое количество людей. Хотя многие заходят прямо там, где и выход. Не знаю, можно ли там зайти, но мы уже решили со всеми, да? Ну да, постоим уже в очереди, вроде она как бы быстро двигается. Еще я заметил, что большое количество экскурсий проводят и на прошлой мечети, и здесь. Так что, если вам прямо интересно историю посмотреть, послушать про это все, то прямо здесь на входе можно заказать экскурсовода, который вам об этом всем расскажет. На входе выдают снова платочки, и сидит котик, которого каждый, кто проходит в очереди, гладит. Он мурлыкает. Заходим внутрь, оставляем обувь тут на полочках, и, друзья, я вам хочу сказать, эта мечеть намного больше, чем предыдущая. Она прямо здоровенная, внутри везде ковры, витражи. Люстры, красота. Мне эта мечеть, кстати, нравится больше, чем та, потому что она более светлая. И тут, соответственно, намного большее количество туристов. Можете наблюдать прямо внутри очень много людей. Значит, это одна из самых таких популярных в Стамбуле, насколько я понимаю. По центру, друзья, просто красота. Смотрите, можно полностью рассмотреть эти рисунки, арки, витражи. Не ожидал, что настолько красивые мечети нас будут ждать в Стамбуле. Я так понял, можно по центру зайти, но пропускают только с другой стороны, не знаю, для молитвы, может. А еще мне нравится, что во все эти достопримечательности можно зайти бесплатно и везде разрешают снимать. И это правильно, потому что люди показывают потом в своих социальных сетях, какую красоту они посетили. А в Индии в грязных местах разрешают снимать, а в храмах было запрещено, к сожалению. Хотя там храмы были позолоченные и очень красивые. После того, как мы вышли с мечети, мы попадаем в центральный внутренний двор. Смотрите, тут тоже много туристов, красота, не знаю, прямо восхищаюсь этими всеми местами. Руслана, я думаю, вдвойне довольна, да? Потому что я сюда давно хотела, наверное, еще года 4 назад говорила: Саша, поехали в Стамбул? Говорит, нет, не хочу в Стамбул, что там делать, мы в Турции были уже миллион раз, в Стамбул не поедем. А еще ты хотела в Каппадокию. Да, очень хочу в Каппадокию, я думаю, что как-то мы туда обязательно съездим, там очень красивые отели, которые сделаны прямо в скалах. И это же столица воздушных шаров, да? Можно полетать. Мы, кстати, ни разу не летали, хотели в Дубае, но тогда не получилось, мы немножко не успели. Может, в Каппадокии эта мечта избудется? Я знаю, что их нужно бронировать заранее, там примерно за месяц до поездки. А, то есть это сложный процесс, да? И стоит, по-моему, тоже не сильно дешево. Где-то около 100 долларов человека стоит. Хочу вам еще показать главный вход в саму мечеть, хотя тут и выход, и вход. Нам, например, сказали выйти надо с другой стороны. Ну, как-то странно, наверное, в зависимости от очереди. Но сам фасад, конечно, очень впечатляет. Сразу возле выхода из мечети продают снова кукурузу, каштаны, опять небольшой рынок, сувениры. И, по-моему, там кричат турецкое мороженое, да, как всегда? Сейчас как раз и попробуем, смотрите. Турецкое мороженое и стандартный... Стандартное представление. Да хватай! Хватай, хватай! О, все. Опа. Облизывай прямо с этой штуки. О, знаешь, что сейчас будет? Сейчас пустой рожок будет. Вот, я так и знал. Я это уже выучил. Нету мороженого, да. Пустая, все. Что, так мотай?
Хватает, а весь нос мороженым будет. Всего 50 лир стоит маленькое мороженое. Мне интересно, как они его делают, потому что оно как будто резиновое какое-то. Они его там прямо кидают, переворачивают, как жевательная резинка. Да, оно очень хорошо тянется. Кстати, вкусное мороженое. Мы взяли клубничное, по-моему, там еще была дыня, лайм, лимон и ванильное, и шоколадное. Там еще по 150, по 200 лир, я не знаю. Может, оно огромное. Сейчас не прямо лето, чтобы много мороженого есть. Поэтому, я думаю, маленького нам на двоих, чтобы попробовать, вполне хватит. Прошли 5 минут от голубой мечети, съели мороженое и попадаем на очередную красивенную локацию. Это собор Святой Софии. Он был центром православного христианства во времена Римской империи и стал самой важной исламской мечетью в Османской империи. Здесь находится 4-й по величине купол в мире. В 1989 году из-за сильного землетрясения обвалился купол собора, который был восстановлен 5 лет спустя. А в 1453 году, после захвата Константинополя турками, султан Мехмед II превратил собор Святой Софии в мечеть. Шикарная, конечно, парковая зона нас встречает на входе. Прямо мега инстаграмное место. Все делают фотографии, лавочки, парк. Деревья аккуратно пострижены, и все это на фоне красивой мечети. Не знаю, вот тут прямо видно, что постарались, и много туристов из-за этого сюда и приходят. Мне очень интересно, что здесь будет внутри и какой здесь внутри купол, потому что по отзывам он очень красивый, и абсолютно все мне писали в инстаграме и советовали посетить это место. И вся эта парковая зона ведет к центральному входу в такую роскошную мечеть. И здесь прямо возле входа в мечеть открыли кафешки, можно прямо турецкую еду, там картошка, я смотрю, с начинкой, кебабы. То есть прямо с видом на эту площадь, на мечеть сесть и пообедать. Ну мы, слушай, столько уже всего перепробовали, сегодня как-то и не голодны. Ну да, мы сегодня уже много всего съели. То там попробовали что-то, то там, то рахат, зашли еще попробовали. Поэтому аппетита пока что нет. А когда заходишь в эти лавки с рахат-лукумом, они дают несколько штук пробовать, что там можно наесться на весь день, и потом абсолютно ничего не хочется. Входной билет в эту мечеть стоит 25 евро. Вон прямо целая очередь выстроилась, но это как-то дороговато, да, все-таки? Это очень дорого по сравнению с тем, что предыдущие были полностью бесплатны. И здесь еще находится Топкапы, это знаменитый дворец султана Сулеймана, тут и находился его дворец, его покои и также гарем наложниц. Вход в первый двор бесплатный, поэтому я думаю, мы сейчас зайдем и посмотрим, а чтобы обойти полностью весь дворец, нужно как минимум 3-4 часа. Зашли уже на территорию дворца Топкапы, и мы привыкли, что в Индии билеты входные стоили там 2 евро, 3 евро, и тут бац, и 25, да? Но вот это уже нежданчик. Это уже по-европейски, там тоже такие же цены на все входные билеты. Проходим мы первый двор, на этом бесплатная часть уже заканчивается. Именно в первом дворе можно осмотреть все подсобные и служебные помещения, это посетить можно абсолютно бесплатно, сам дворец построен в виде 4 таких дворов, которые окружены стеной. И мы купили билеты, стоимость одного билета 1500 лир, это 50 долларов человека, конечно, не дешево, но очень интересно посмотреть, что вообще тут будет внутри, что мы зря сюда пришли. Это второй по популярности музей именно Турции, сюда приезжает прям очень много людей, чтобы это все посмотреть, и, как я говорила, по этому дворцу можно гулять очень долгое время. Встречает нас прямо такие ворота, и сканируем билеты. Зашли уже на территорию, тут прямо указатели, там гарем находится, там дворец, и, друзья, это, наверное, самый дорогой музей, который мы вообще когда-либо посещали. Это капец, мы никогда так дорого по музеям еще не ходили. Вы, наверное, прямо удивлены, шок-контент, бортовой купил билеты в музей за 50 долларов. Я сам, честно говоря, себя в шоке, но вы, наверное, вдвойне шокированы. Обошли первую часть, вот эту всю, там можно заходить, всякие экспонаты, фоткать нельзя. Пока что, честно говоря, меня вообще ничего не впечатлило. Может быть, дальше, там, где сам дворец, будет все красиво, но музей самый обычный, ничего сверхъестественного я там не увидел. Прошли только что через внутренние покои, тоже стоит охранник, снимать нельзя, фоткать нельзя, вышли на какой-то очередной двор, куда мы там идем дальше? Нам нужно найти гарем. Вот тут вроде бы можно хоть немножко показать, тут где одежда находится. Это одежда, экспонаты именно османских правителей. Это все вот здесь собрали, и можно это все посмотреть. Так выглядят покои. Смотрите, гостиная, комната. Сидит человек, сделали правдоподобную скульптуру. И с другой стороны тоже. Смотрите, комната, там шкафы, книги, диваны. Тоже типа витражи, я так понимаю. И разрисованный позолоченный потолок. Это мы, кстати, уже в третий двор перебрались. Как-то мы шли через музей. Музей – это уже самая финальная часть. Ну, территория зеленая, красивая. И в четвертом павильоне, смотрите, мы заходим в такое помещение. Везде
мозаика, плитки, там все позолочено очень красиво. Я так понял, там даже панорамный вид очень красивый будет. Вот фонтанчик. Что вообще в четвертом павильоне находится? В четвертом павильоне находится гардеробная султана, потом павильон для обрезания, есть мечеть и есть башня. Но я обрезание не планирую делать. Но знаете, территория, конечно, огромная. Если представить, что здесь жил сам султан, ну, его семья, я так понял, работники. Ну, здесь жили абсолютно все, и его служащие, и работники, и также дети тоже здесь жили. И такой панорамный вид открывается на Стамбул. И Босфор прямо с территории этого дворца. Очередная комната называется Багдад Павильон. Прямо полностью вся комната из мозаики. Смотрите, потолок красивенный, окна с элементами витражей. Не знаю, по-моему, роскошно. Только я не пойму, что тут вообще происходило и что тут делали. Скорее всего, обрезание. А ты так и хочешь, да, чтобы меня тут обрезали где-то? Зачем тебе обрезание делать? Просто часто за это говоришь. Я так понимаю, это... трон султана. Это что, прямо он сохранился или его копия? Ничего себе. То он сидел на этом роскошном троне. О, ну смотрите, тут уже, конечно, поинтереснее будет. Роскошная люстра, прямо стол. Я вот не пойму, это что, гостиная или что тут? Прямо комнаты можно посмотреть. А это что, смотри, раковина. Я так понял, туалет или да, что? Да, это умывальник, и там туалет, но у них туалеты были такие просто огромные дырки. Они были такие коричневые, это можно в других еще комнатах посмотреть и показать это все. Жаль, что нельзя прямо в комнату зайти, я сейчас вам покажу, смотрите. А прямо туда подойти нельзя, то есть можно просто так вот камеру засунуть, и вы увидите больше даже, чем мы. Тоже смотрите, какие занавески, люстры. Я так понял, это просто везде гостиные зоны, потому что все комнаты находятся рядом. И в основном диваны, стулья, столики. И тут прямо шикарный стол со свечами, там ваза стоит, картина, потолки. Конечно, это уже впечатляет. И везде красные дорожки застелены, такие интересные узоры. Дверь такая огромная, зачем такая высокая дверь? Я еще такого, конечно, нигде не видел. А здесь, наверное, самая красивая и самая шикарная локация. Друзья, мне уже начинает тут нравиться, потому что поначалу как-то не очень впечатляло, был обычный музей. А тут посмотрите, как роскошно выглядит. Красные занавески, диваны такие королевские, потолки, люстры. Просто роскошно все оформлено. Тоже очередная красивая комната. Зайти нельзя, поэтому покажу хоть вам. И на выходе нас встречают огромные зеркала. Такие прямо позолоченные и красивенный потолок, шикарные люстры. Смотрите, причем аж два зеркала вот с другой стороны, аналогичные. А я вот не пойму, зачем вообще делать обрезание? Ну не знаю, я слышал вроде бы, чтобы там инфекции какие-то не попадали, не знаю. Я просто думала раньше, что обрезание, точнее до сегодняшнего дня, наверное, до вот этого момента, что это полностью отрезают, а так все. Так в смысле все, а что, как жить потом дальше? А я же не знаю, это мне было интересно, зачем его делать. Да я такого еще нигде не слышал. Руслана меня прямо сегодня удивила. Мы еще пропустили во втором павильоне одно из популярных мест. Это гарем. Хотели же посмотреть, как он выглядит. Мы уже гарем в Джайпуре в Индии видели, Хава-Махал. А тут, я так понял, самый такой большой, да? Да, здесь, получается, тоже есть комнаты. Можно посмотреть, как эти все наложницы жили. Ой, смотрите, походу здесь не гарем. На входе написано, что это диванная комната, где принимали важные решения какие-то, да? Ну тут, конечно, красиво, смотрите, везде все в золоте, рисунки на потолках и на стенах, прямо шикарно. Вообще очень много комнат, где все сделано в формате музея и экспонатов. Просто этих комнат настолько большое количество, что мне кажется, если бы мы все это для вас снимали, то выпуск бы длился, наверное, часа два. Все, зашли мы, друзья, уже в гарем. Кстати, билет, если отдельно брать, 500 лир, а мы как-то цельный купили. То есть, если без гарема, то 1000 вход, получается, чуть дешевле. Нет, там получается, если просто зайти, не посещая залы, зайти только в экспонаты 850, если с собором, то 1000, а если с гаремом, как у нас, то 1500. А мы, короче, купили самый дорогой сразу. Давайте пройдемся. Это, я так понял, комнаты, где они жили, вот окошки, все дела. Но тут мебели нету, не так интересно, как предыдущих. О, и тут прямо туалет, смотрите, можно посмотреть, как выглядел, вот. Так я не понял, это раковина и краны, а туалет где? То есть везде вот это? Ну типа да.
Ну интересно, слушай. И перед входом в туалет такая прямо комната, где можно переодеться, я так понял. Ну интересно, друзья, история прямо перед глазами. Вот смотрите, еще одна комната. Это все продолжается территория гарема. Тоже диваны, везде плиткой все выложено, мозаикой. Позолочено там, вот смотрите, потолки тоже красивые. Вау, друзья, смотрите, через такие красно-золотые двери мы попадаем в огроменную комнату с диванами. Тут просто вау-эффект, все золотое. Паласы, ковры, смотрите, потолок, люстры. Красивенная комната. Я так понял, это что же, да, к гарему относится, да, это все? Но это как-то, слушай, как королевская комната какая-то, а не гарем. Это получается торжественный зал, где раньше разные там у них проходили празднования, все собирались и отмечали разные праздники. Вроде бы ходишь по комнатам, где это очень простенько, а потом попадаешь в такие роскошные места. Вообще можно скачать приложение и пользоваться бесплатным аудиогидом на всех языках. Это очень удобно, чтобы не просто ходить смотреть, а детально за каждую вещь слушать информацию, и тогда это будет вдвойне интереснее. Все, друзья, будем мы уже двигаться к выходу. Территория очень огромная, частично самое интересное постарались вам показать. Место стоящее к посещению. Билет, конечно, дорого стоит, но, друзья, если вы любите музеи, историю, сразу качайте бесплатный аудиогид. И с аудиогидом в наушниках ходите и полностью погружаетесь в эту всю атмосферу. Действительно, есть что посмотреть. Самое интересное, насколько вы поняли уже в конце, вначале тут музей, но я не очень люблю просто музеи. Я когда зашел, вот эти все комнаты с экспонатами на начали заходить, снимать, там что-то не разрешали. И я прямо расстроился, думаю, неужели вот это $50 человека я заплатил, чтобы экспонаты посмотреть. Но потом уже начали встречаться комнаты вот эти королевские, гарем. И я понял, что в принципе не зря мы сюда пришли. А мы на этом моменте будем уже заканчивать данный выпуск. Я очень надеюсь, что он вам понравился и вы нас поддержите лайком. Напишите свои комментарии, подпишитесь на канал, нажмете на колокольчик. А также подпишитесь на нас в Телеграм и на Инстаграм аккаунты. Ссылки есть в описании под видео. Именно в этих соцсетях все выходит в реальном времени. И до скорых встреч совсем скоро. Мы с вами снова увидимся. Пока! Пока!